Приветствую, Гав. Дмитрий, я думаю, что у вас накопилось, конечно, обиды на ваших родителей. Накопилось обиды. Достаточно много обид накопилось, мне кажется. И, конечно, их, эти обиды, нужно проработать, чтобы они вам не мешали. Вот, чтобы не мешали вам жить своей жизнью, наверное, в первую очередь. Это с одной стороны. С другой стороны, вы чего-то ждете от родителей, вы считаете, что они вам должны, они считают, что вы им должны. Необходимо этот порочный круг разорвать. Вот, и, наверное, стараться брать на себя личную ответственность за то, что происходит. Ну, в том числе с вами. Вот, брать личную ответственность, отвечать только за себя, да, и соответственно не рассчитывать на родителей что-то. Ну, не рассчитывать на родителей вообще. Вот. Это такой момент. Следующий момент. Да, родители, ну, как бы, ну, негативно себя ведут, да, по отношению к вам. Вот. Но, на мой взгляд, вы в какой-то степени сами позволяете им вести себя так. То есть вы, ну, позволяете родителям видеть вам. Вот, и позволяете им сами. Вероятно, это связано с тем, что вы ждете от них чего-то, вероятно. Это связано с тем, что вы ожидаете от них чего-то, вероятно, это связано с тем, что у вас постоянно есть какие-то вот ожидания от них, а в итоге эти ожидания, ну, конечно, не сбываются, да, вот, и в итоге вам, мягко говоря, только хуже. Вот, и все, по сути дела. То есть, ну, проблематика, она вот в этом, наверное, в первую очередь. Ну, один из проблемных моментов. Вот. Один из, таких больных моментов. Вот то, что можно вам сказать. Опираясь на то, что вы пишете. То есть у вас на самом деле повисла такая жертвенная, вот сейчас. Это именно жертвенная позиция с вашей стороны. Вот, и такое ощущение, что вы как бы по-детски еще пытаетесь своим родителям там что-то доказывает, пытается своим родителям что-то объяснять. Ну, хотя абсолютно никакого толку в этом нет. Родители, они все равно будут, ну, как бы, на своей волне, но будут на своей линии, и этого не изменится. Вы не сможете этого исправить при всем желании.
вот ресурсов сил вы можете очень много потратить на самом деле на это, ну, на то, чтобы что-то доказать там, что-то объяснить и так далее. Вот. Поэтому решать с вами, конечно, как себя вести и всякое такое, но чем быстрее вы выйдете из состояния жертвы, да, чем быстрее вы перестанете быть жертвой, тем, в принципе, лучше будет для вас. Вот. На мой взгляд, по крайней мере, мне так вот видится. Мне видится так. Вот. Так что решать вне всякого сомнения только вам. Вот. Ну, вы сами, я думаю, знаете, чего хотите, и, соответственно, сформулируйте для себя вопрос, наверное, к специалистам, да, вот. Сформулируйте для себя вопрос к психологу, и с этим вниманием будет что-то делать. Ну, вам уже внимание будет помочь и вашу проблему можно будет уже решить. Вот. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам. То есть родителей вы не переделаете, родителей вы не поменяете, это невозможно. Вы можете изменить свое отношение и поработать с обидами своими. Вот. Я думаю, что, может быть, имеет смысл вам рассказать немножко о том, что такое обиды, да, то есть, ну, чем это, чем оно связано, что есть обиды, вот, что из себя представляет обиды. Это неоправданное ожидание, вот, которое ответственно за, ответственно за, которые мы перекладываем на других людей, вот, ну и, соответственно, из этого страдаем, то есть страдаем именно из-за того, что наше ожидание не оправдывается. Вот, из-за того, что вот как раз таки то, чего хочу я, да, то, чего хотите в данном случае, может быть, даже вы, вот, целиком и полностью зависит от другого, ну, от другого человека, вот, ну, как бы, ничего хорошего из этого, в принципе, ну, ничего хорошего в этом нет и быть не может, в принципе, опять же. Вот. Вот, в принципе, наверное, то, что я хотел бы вам сказать, то, что вот, наверное, на данный момент можно вам сказать, да, то, что на данный момент для вас, ну, в той или иной степени является актуальным. Вот. Давайте мы, наверное, на этом с вами закончим пока что. Вот. Нужно, чтобы вы сформулировали вопрос, что именно хотите в себе поменять. Вот, что именно хотите
с помощью психолога сделать, да? Вот, ну, научиться выстраивать гармоничные отношения, это вполне себе реально, это вполне себе можно, главное, чтобы у вас было такое желание, главное, чтобы у вас было такое стремление, чтобы вы этого сами хотели. Вот, если вы будете к этому сами вот, стремиться, грубо говоря, то ситуация пойдет на улучшение, так или иначе. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и желаю скорейшего разрешения ситуации.